Что-нибудь? Можешь больше не прятаться. Твоя Филука цела, как и документы. Ты спас Филуку. Вот. Возьми в знак моей благодарности.
Ты изменил все к лучшему. Я вижу, люди хотят помочь тебе, Зервас. Сразись с Сефету. Сефету слишком силен и жаден. Он знает, что ему не могут дать отпор. Мы же не солдаты. А у Сефету полным-полно воинов. Его лагерь в Никиу защищают баллисты. Стыдно признать, я их и доставил. Да поможет тебе ОМОН. Здесь ничего нет. Ну, снил джерянки. Родная, у нас нет денег, чтобы заплатить налоги Сефету. Как прийти? Добрался без происшествий. Нормально довез урожай. Хохертиан? Прошу, Миджай, выслушай меня. Помощник Харкуфа Нисамон вез груз пива по южной дороге. Да и Маон не доехал. Прошу, найди его. Узнай, что с ним. Постараюсь. Это пиво для богини Сехмет. Если он все выпил, его высекут. Get it.
Похоже, из пивоварни Харкуфа. Эти шакалы не бросят охотиться на местных жителей. Я покончу с ними. Если услышат, меня убьют. Я не могу. Ты не Самон? Жив-здоров? Хвала Хапи, да! Что тут было? Я вез груз пива в Имау, а мерзавцы устроили засаду. И? Да, ладно, я решил вздремнуть. Но они часть выпили, а часть разбили. И угрожали убить, если не сварю еще. Отведи быков в Саис. Нужно подготовить новый груз пива. И теперь постарайся без остановок. Нельзя там оставаться! Этим ты только себе хуже сделал! Мой недалекий братец чем-то подпер дверь изнутри! С кем это ты там говоришь? Это что, один из них, да? Нет, тупица! Он боится людей Сефету. Но зачем же прятать голову в песок? Я тебе не страус! Это стук копыт? Это они? Беги отсюда! Прошу. Они убьют его. Страшно подумать, на что способны сборщики налогов. Сефету меня не послушает. Но я послежу за сборщиками налогов. Может, уговорю их отстать от вас.
Прочь! Стража держит ухо востро. Thank you.